Приветствую всех зрителей! Меня зовут Настя, и вы на канале «Начни готовить». Как часто вы пересматриваете и дорабатываете старые, но очень любимые рецепты? И сегодня я хочу предложить вам приготовить весьма ходовой тертый пирог, но в не совсем привычном исполнении. Получается просто, вкусно и очень радует глаз. Рецепт вы можете видеть на экране, а также в описании под видео. Для начала в глубокую миску высыпаем муку. Всыпаем сахар с ванилином. Добавляем соль. И туда же высыпаем разрыхлитель. Соединяем все сухие ингредиенты. В миску отправляем холодное сливочное масло. Я его нарезала небольшими кусочками. И быстро вмешиваем в тесто. Можно масло на полчаса-час положить в морозилку, а затем натереть его на крупной терке. В миску разбиваем яйцо. Сначала тесто перемешиваем лопаткой, а затем все соединяем руками. Далее отделяем 1/3 полученного теста в отдельную миску и к оставшимся введем еще 2 столовые ложки муки. А к меньшей части 2 столовые ложки какао. Чтобы массу было легче собрать в шар, к белому тесту добавляем пару ложек сметаны, к шоколадному 1. И вымешиваем наше тесто, пока оно все не соберется в единый шар. Вообще вы можете либо не добавлять какао, либо добавлять его во всю массу. Получится тоже очень вкусно. Каждый шар оборачиваем в пищевую пленку и отправляем в морозилку на 1 час. А пока займемся начинкой. В миску выкладываем творог. Я сразу взяла пастообразный. Вы же можете измельчить его в блендером. Высыпаем сахар с ванилином. Разбиваем яйца. И всыпаем туда манную крупу. Все соединяем в единую массу. Обязательно дайте начинке постоять минут 30, чтобы манка набухла. После этого приступаем к формированию пирога. Половину белого теста выкладываем на дно формы и разравниваем. У меня форма застелена пергаментом, чтобы было легче достать готовый пирог целиком. Вы же можете просто смазать свою форму маслом. По краям необходимо сделать невысокие бортики около 0,5 см. Следом выкладываем творожную начинку. А затем я добавлю ягоды. У меня это черная смородина. Она отлично сочетается с шоколадным тестом. Ягоды могут быть и замороженными. Затем на крупной терке натираем шоколадное тесто. И оставшееся белое. Получается очень красиво. Выпекаем наш пирог 45-50 минут при температуре 180 градусов. Наш тертый пирог готов. Вот так из простого рецепта у нас получился очень вкусный и эффектный пирог. Обязательно дайте ему остыть, чтобы творожная масса стабилизировалась и можно подавать к столу. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь. Я же говорю вам спасибо за просмотр и до новых встреч!